Давайте садимся со мной. Второй завтрак. Правая, левая, елка, трое трусов, комплект. Это благополучие мне, это и к деньгам. Меня смотрят жирные, толстые, семимесячные. Один съела. Нет, два съела, вру. Гляньте. Девки, какая вкуснятина со сметаной. Маяковский, давай, жуйте там на завтрак. Да ладно, а сколько времени? Да это второй завтрак. Прямая трансляция идет. Время 12. Второй завтрак. Девки, вкуснятина. Ребят, вкуснятина. На улице даже хороший хозяин собаку свою не выпустит. Гляньте. Я хочу сказать, ребят, от сметаны тоже. Но это дорогая сметана. Я подешевле беру там для чего-нибудь другое. Девки, ребят, посмотрите, бомба. Сейчас поем, буду смотреть. Трансляция идет. Прямая. Девки, какая вкуснятина, ребят. Вкуснятина, там же давно не делала. Ну и погода. Три татушки. Сейчас мне пишут одна. У них не отключили отопление. Ага. А где это? У нас давно отключили. И вообще было у нас отопление, я не пойму. У нас же лето все здесь можно ожидать. Не, у нас холодные. И зимой были холодные. Как парное молоко было. А им пофигу. Ладно, мы бабки оденем штаны там. Носки шерстяные, валенки. Одеть. У нас на втором этаже котел сделан. У одной семьи многодетной. Молодцы. Ну, за свет много платят. Ну, потому что котел работает. Девки, какие вкусные. Чаю хочу. Неделю. Ну, сказали неделю. Не знаю. Я погоду. Я ничего больше не смотрю. Не погоду. Сейчас мне ответ пришел. Ну, у меня в Яндексе. Я же там в Яндексе мне канал. Это... Магнит не наш, не жилетовский. До этого был жилетовский. Про отзывы наши магазины и аптека. Я какой раз пишу аптеку про Лену. Говорю, премию дайте ей.
И мне ответ пришел. Ну а что, девки, она объясняет то-то. Я вот к ней хожу, а она уже знает, что я беру какие таблетки. Я бумагу продаю, а она мне быстро раз-раз. И объясняет, сколько надо пить. А что, я выпила. Угу. Молодец. Она еще подрабатывает где-то на какой-то аптеке. Не знаю где. А что отключили? Появился. А где она там? Вроде Товаркова, что ли, подрабатывает. Лена молодец. Вот примерно нет таблеток, она говорит, приходите тогда-то, тогда-то. И вот она молодец. Вот есть таблетки, одна упаковка там, это вот спазмолгон 320, помните, я брала? Мне они очень идут, ребят. Вот эти мне прям подходят, и ножпу. Ножпу я прямо 3 штуки, ну, от веса. Я 3 штуки, мне прям помогают. Ну, а некоторым ножпа не помогает, и спазмал не помогает. И я вот эти вот. И она, вот эти есть, 3, я как-то брала у одной продавцы там 320. А в этот раз я уже какой раз беру, есть 320 и есть 500 с чем-то, там 3 штуки по 191. И я последнюю взяла, и я говорю, а еще будет, она будет. Молодец она такая. А она знает уже, каждый, кто приходит к ней, она уже знает, кто что берет. Угу. Чего? Ой, девки, всякую дзынь. Угу. Молодец она. Еще честно вам говорю, не только я это говорю. Вот примерно выходишь с аптеки. Я в ее смену вот всегда попадаю. А кто там сегодня работает? Я говорю, Ленка, ой, слава богу, клянусь, это не только я это скажу, это и другие. А кто там работает? Я говорю, Лена наша, ой, слава богу. Не знаю почему. Это уберу, не могу, девки. Девки, вот это я уберу. Все. Я наелась. Надежде отложила я тоже отдельно со сметаной. Я уберу это. Я уже все. В контейнер и в холодильник. Соседке уже дала. Ну, не дала, отложила тарелку. Ой, чай остыл. Я с колготки одену. Девки, мне надо, я носок не буду больше одевать. Да хрен его знает. Надька говорит, одевай, что ты, как это. Не буду больше одевать я. Хлеба дома нету, не хочу никуда идти. Сейчас лягу, буду прямую трансляцию смотреть. А по какой она идет-то? Хрен его знает. А, по РЕН-ТВ, да? Оно везде идет, наверное. Сейчас посмотрю. РЕН-ТВ у меня как была включена. Сейчас посмотрю. А она везде. А что это такое не идет? А, вот это по России тоже включено. Вот она, прямая трансляция. Чечень, этот тоже президент, нормально, а что про него пишут там в Ютубе. Вот он. Вон, гляньте, я тоже туда хочу. А где наш этот батя-то, Белоруссия? Ой.
все наелась, не могу. Вот погода, да? В такую погоду только спать. Да. Спать это тоже труд, извините, работа. Жрать тоже работа и труд. Надо знать, что есть и что не есть. И как есть. И, конечно, погулять. Но погулять такой не буду. Хотела сейчас постирать. Не знаю, не буду завтра. Завтра среда тоже стирать нельзя. Я когда жила у своего этого духоборья, ко мне баба, я уже рассказывала, пришла, я среду стирала. Она сказала, нельзя в среду стирать. Какой-то среду, праздник какой-то, Мария, там что-то такое. Я никогда в среду тоже не стираю. Только если вечером поздно. Но она так сказала. Не знаю, что там какой-то... Не тебе дано, там что-то она мне говорила. Никогда, запомним, среду не стирать. И еще это... Я не стирала. Ну, сейчас-то мне Руслан-то взрослый, 35 лет. Я не стирала. Он в понедельник родился. Я в понедельник тоже. Мне бабка моя детский. Я детский. В понедельник никогда тоже не стирала. Ну, сейчас он взрослый. Бабки-то все знают, приметы. Можешь пятницу, говорит, постирать. И в эти дни не стирай. Вот это мне... Сказала, я в среду никогда не стираю. Ну, если поздно. А так нет. И вот когда мне Руслан маленький был, я в понедельник вообще никогда не стирала. Угу. Не стирала. О. Ботинки начищены. Свинья ты, Ольга Валерьевна. Вот так. Ладно, чай не хочу, больше не буду. Он без сахара. Ладно, зайки, давайте, мои муси-пуси, вечером приходите в 7 часов. На, потанцуем. А, девки, забыла, я вчера вечером лежала, знаете, у кого была на стриме в ЭК. Они каждый день, как ее звать-то, Африкантовая. Как ее? Татьяна Африкантова. Я подписана. У них каждый день эфиры. Вот вчера они со своим мужем, Сашка-то, танцевали. Вчера мало что-то народу у них было. 60 человек. Мало-мало. Так у них много. Они песни, там, поздравления, ну, за деньги, за донаты. И танцевали тоже. Вот. У них каждый день там Татьяна Африкантова, помните, которая она на Дом-2 показывала ковшик и мыло, как мы надо делать, свою лохматку мыть. Помните ее? А там в Ютубе есть, поэтому можете набрать ковшик и мыло Татьяна Африкантова. Да, да. И вчера я полезла, это, я там эти списываю там для огорода, булочки как делать, там закрутки, я для Дзена. И смотрю у нее эфир, я зашла. Она танцевала, ну, я не знаю, сколько песни стоит, сколько танец, но она на карту ей, и она проверяет, потому что она при мне, сколько раз я была, она говорит, нету, кидайте, я станцую там или музыку, ну, да, у них там музыка, музыкальный киоск. Танцевали, я не знаю, они вдвоем за сколько денег. Ой, девки, я не могу. Ой, девки. Ой, ребят. Кто-то меня вспоминает. Ладно, все. Угу. Давайте, зайки. В 7 часов приходите.